О такой школе ни ученики, ни педагоги не мечтали. Капитальный ремонт, который завершился в прошлом году, преобразил ее до неузнаваемости. Заменены оконные блоки, отопительная система, полы, электропроводка. В классах и столовой появилась новая мебель. И самое главное, между тремя зданиями оборудован теплый переход. Крыша текла. Не работали никакие. У нас здесь ни воды не было, ничего. Превратилась вот в такую красавицу. Значительные средства из областного бюджета выделены и на повышение уровня медицинского обслуживания. Завершено строительство лечебного корпуса Центральной районной больницы. Для лаборатории приобретено современное оборудование. Очень много изменилось в нашей работе. Здесь будет делаться ИФА. То есть иммуноферментные анализы, нам не будет необходимости отправлять их в соседний центр. И получив анализатор биохимический, спектр анализов наших значительно расширился. И в этом году Злынку ждут значительные преображения. В ходе совещания главный архитектор Брянска Александр Панченко представил всем собравшимся ряд новых проектов, которые сделают город намного краше. В первую очередь обновится Дом культуры. Когда увидел Дом культуры, мне это, если только не сказали, что Дом культуры, я бы не понял. Сарай из сараев. Вместе с тем преображения ждут и центральную улицу, и памятники, которые также давно нуждаются в реставрации. Обязательно развитие экономики на территориях. Это вообще не должно обсуждаться. И мы основной критерий и будем ставить, и когда поощряем, именно за развитие экономических взаимоотношений на данной территории. Они победили, поэтому нужно обустроить то, что заслужили, и дальше двигаться по развитию экономических взаимоотношений, предпринимательства, бизнеса, агропромышленный комплекс. Все, что когда-то было и имело под собой возможность реализации данных видов продукции. В ходе совещания губернатор неоднократно обращал внимание на проблему экономического развития районов и необходимости повышения уровня жизни в отдаленных уголках Брянщины. Программа по развитию сельских территорий продолжается, а значит, те районы, которые стремятся развивать свою экономику, получат значительную поддержку от областной власти. Екатерина Зодина, Евгений Седачев, события Злынка.